окно, ты сказала, сейчас я умру. Выпей горилки, ты двигала левой ногой. Жаль, что вместо тебя в этом зеркале отражается кто-то другой. А священник на стадионе даже не знал, что ты танцуешь на льду. Как много вредных веществ в тот день было выброшено в окружающую среду. Если б мир был лучше в тысячу раз, он не смог бы тебя прочесть. Но мне все равно, я люблю тебя в точности такой, как ты есть. Внизу был склад ТМТ. Твой отец звонил с Байконура, что купил пропуска и бассейн. Жаль, что ребята из Падранмайлов пропили твои софты. А у тебя была привычка говорить во сне. Так я узнал про твою паранжу. Ты же знаешь, ты можешь быть совершенно спокойна, я никогда ничего не скажу. Если б мир был мудрее тысячу раз, он не смог бы тебя прочесть. Но мне все равно, я люблю тебя в точности такой, как ты есть. Помнишь, у тебя был японец из чайной школы Джордж Энроу. Мы с ним пытались раскопать на Юкатане мощный Мерлин Монро. Ты сказала мне, держи свое при себе и не оставляй следов. И как самонарола ты ушла в